Great story. Захватывающий сюжет. Насыщенный игровой мир. Интерактивные диалоги. И развитие персонажа. Вот необходимые компоненты любой хорошей RPG. Выпустив в 2005 году Knights of the Old Republic, мы сразу начали думать, какую хотим сделать следующую игру. Хотя в это время мы еще работали над Neverwinter Nights 2. Не успели закончить с одним, а уже берете за другое? Да, парни, с вами нелегко. В том году появилось много классных экшенов с новаторскими элементами. Я подумал, что было бы круто сделать игру, объединяющую все эти элементы. Нам хотелось создать RPG, но закрученную вокруг какой-то новой темы. И тогда кто-то предложил основать игру на истории агента-беглеца, попавшего под некую программу «Альфа-протокол». Так мы решили, что действие в новом проекте будет разворачиваться в шпионской среде современного мира. На это нас вдохновили такие фильмы, как «Идентификация Борна» и сериал «24 часа». В игре «Альфа-протокол» вам будет дана роль специального агента, который, однако, еще не успел набраться опыта и еще довольно зелен в своей профессии. Вот он проходит тренировку, его посылают на одно задание, на другое. И вдруг во время одной из таких миссий он обнаруживает следы настоящего всемирного заговора. Вы действовали согласно программе «Альфа-протокол». Интересно. Учитывая то, что эта программа секретная, я ожидал, что вы назовете меня предателем. Вероятно, вы знаете что-то, чего не знаю я. Он выясняет, что по всему миру идет массовая скупка оружия одной стороной, в которой, возможно, замешаны агентства Соединенных Штатов Америки. В какой-то момент нашему герою открывается вся ужасная правда об этом заговоре. И он понимает, что обязан сделать все возможное для предотвращения военного кризиса мировых масштабов. В нашей игре игрок сам сможет выбирать, за что ему сражаться. Ваши цели могут варьироваться от банальной мести и вплоть до патриотической миссии или миссии по спасению мира, которую нужно выполнить любой ценой. От твоих поступков зависит то, что люди думают о тебе. Или вы можете заделаться ковбоем, искателем приключений, легкомысленно относящимся даже к военным заданиям. Альфа-протокол — это ролевая игра. Здесь что все зависит от вашего решения. Убьешь меня? От этого мои ракеты не растворятся в воздухе. Альфа-протокол — шпионская RPG в современном сеттинге.